то скоро мы опять едем в Малайзию. Пришло время визы. Об этом мы расскажем чуть позже, причем будет, скорее всего, несколько видео, потому что Малайзия – это все-таки страна интересная, это красивая, крутая. Он улетел в Россию. Да, он улетел в Россию. Эрик все переживает. Вдруг улетел. Да, на самолете. На самолете. Я поняла. В общем, поедем мы в начале июня. Сейчас мы покупаем билеты. Покупаем мы их в Big C, самое большое, которое есть вот на острове, да, где Tesco, Big C и Makro рядом. Здесь на первом этаже вон стоит палаточка, и женщина продает билеты и куча всякой всячины. Напротив KFC. Где твой отель? Отель? Так, 1600, да? How old is your baby? How old are you? How many meters? Точно? Да. Окей. 92. Вам интересно, что можно из сувениров привезти из Таиланда? Вот магнитики. Вот еще магнитики. Эти в виде еды. Такой. Вот этот мне понравился. Суши. Роллы. Так. Ну и всякое бесполезное. О, муай-тай. Тоже магнит, интересно. Похоже. В общем, здесь в Big C вышло 2000 бат, потому что Эрик, оказывается, платный теперь. В общем, Олег решил, что поедет на Натон за билетами, потому что там дешевле, и 1000 бат, да, переплачивать получается здесь, если покупать билеты. Мы тогда поедем сейчас на пляж, а завтра Олег сам поедет на Натон. Угу. Мы приехали на пляж Чевенгной. Кто хочет крылья себе? Покажи свою дорогу, что у тебя тут? Там, а я не знаю. Это замок. Да, мы выезжаем. Дорога. Да, магазин. Да, трамплин и прям бассейн. А мы в магазин поехали. Сегодня у нас была такая погода немножко пасмурная, отлично. Не сгорели, чуть-чуть подзагорели, подрумянились и все. Приехали в Family Mart. Ух ты! Ничего себе, какая дорога. 159 бат. Да ладно. Эрик, ты посмотри, что папа покупает. Руки не съешь. Бери свои игрушки. А вот Эрику. На выходе с Family стоит макашник. Решили у него сосиски взять. Ух ты, с остреньким соусом. Папа, найди водичку. Водичка в рюкзаке у папы. На рюкзачке, я тут. Давай до дома доедем, осталось 5 минут. Sorry, this is chicken. Чикен? Порк? Порк? О, круто. Типа еще и свинина. Это похоже как на курицу большую. Ну, ну да.
там капуста. В порядке больше, да? Да, капуста, имбирь. И, а это что такое? В общем, это стоит 55 бат. Мы думаем, что с гречкой объедимся втроем. Сколько? 25 шарфов. Ребята, всем привет! Помните, мы вам в прошлых видео рассказывали про топпинги? Ой. Это вода упала. Про топпинги рассказывали. Вот сегодня мы хотим из них сделать... Что это? Мороженое! Мороженое будет у нас. У меня нет молока, поэтому мы будем использовать сухое молоко, воду. Не мороженое. И будет мороженое. Ладно. Через несколько часов. У нас есть вот такие теперь бутылки. У нас несколько их. Мы, правда, уже почти все выпили, но надо вам было показать. Поэтому не выбрасывали и не выпивали до конца. Это маракуйя. Ну, да. Смотрите, какая консистенция. Это оранжевый сок. Оранжевый сок? Да. Ой, на улице бы поснимать, но ничего. Скоро будут нормальные видео в идеальном качестве. Ну, или в очень хорошем. Так, это личи. Да, это кумика, наверное. Это черника. Здесь у нас ее побольше. Давай сделаем черничное мороженое. А это как? Это... Кумика. Я забыла, как ягода называется, и лайм. Ну, а это... Не знаете, как называется? А это кумика, наверное. Клубника, вот. Да. Вот, это клубника. Еще один кумика. Тоже крутая. Еще один кумика, мам. Ну, почти. Это не клубника, я не помню, как называется это. Так, а это мятный, ну такой вот, из него blue круассау делаю. И еще один. Яблоко. Яблоко. Голубой лимон и яблоко. А давай вот это. Какой? 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 Вот это, где мороженое. Хорошо, давай, красное будет мороженое, да? Да, конечно, будет красное. Отлично. Наливаем воду. Наливаем воду. Много воды. Хватит. И ставим ее на огонь. Огонь будет? Да. Почему будет огонь? Потому что нам надо будет туда добавить сухое молоко. Открываем? Потому что будем делать это. Открывай. Ну да, мы купили, наверное, мы купили. В каком магазине? В этом магазине. Магазин 20? Ну да, тут всегда буду. Это местный фикс-прайс, назовем так. Мне нравится рассуждать так. Начинаем делать мороженое. Мороженое. Он красный получится. Да. Какой красный будет? Клубника. Давай. Давай. Почти клубника. Давай, давай. Ты хочешь розовое? Нет. Ирик, встань со стола. Это некрасиво, когда сидишь попой на столе. Давай белое. Белое? Да. А я хочу пинг. Ну, конечно, будет. Можно пинг? Ну, да. Вот тебе это маме, это Эрику. Угу. Вот одно я перелила сильно, остальные хорошо получились, да? Да, я то, которое перелила, сразу закрою. Вот так. Ага. Пинки есть фаоли? Будет так фаоли. Наверное, делала мама. Все. Фаоли. Сколько будем ждать? Не знаю. 10 часов? Да, надо подождать. И что, так сидеть и будем? Да. Спасибо. Да, давай потом. Ладно, кушай. Это папе. Да, я уж видео начала снимать. А что это? Вот этот сироп, сухое молоко и вода. Ну да, мы купили. Вот в магазине, конечно. Да, как фруктовый лед, магазин 1. Вообще отлично, да? Офигенный сироп вообще. Может сироп поставлять.
многофункциональные. А сегодня мы еще купили, Олег купил содовую, и мы пьем, уже почти ничего не осталось, а вкусняшка, в общем, содовой. Да, содовой вообще не прям вообще офигенный. Угу. Туда я еще ромчику подливал иногда. Да. И ненормально вообще выходило. Прям в коктейле, который стоит как бы, по 250, по 300 баксов. Кусай, пап. Так? Вкусно? Прям на пузо. Чего ты растер? А почему салфетками попросил? Забыл? Где салфетка?